Давайте повернемся друг к другу и скажем: Шаббат шалом. Мир Божий в твою жизнь. Радость Божью в твою жизнь. Божью победу в твою жизнь. Божий шаббат в твою жизнь. Шаббат шалом. И я хочу вам зачитать маленькое слово из книги Неемии. 8 глава, с 1 стиха. «Когда наступил 7 месяц, и сыны Израилевы жили по городам своим, тогда собрался весь народ, как один человек, на площадь, которая перед водяными воротами, и сказали книжнику Ездре, чтобы он принес книгу закона Моисеева, который заповедал Господь Израилю. И принес священник Ездра закон перед собранием мужчин и женщин, и всех, которые могли понимать, в первый день 7 месяца. И читал из него на площади, которая перед водяными воротами, от рассвета до полудня, перед мужчинами и женщинами, которые могли понимать, и уши всего народа были преклонены к книге закона. И благословил Ездра Господа, Бога Великого, и весь народ отвечал: Аминь, аминь, поднимая вверх руки свои, и поклоняясь, и повергаясь перед Господом до земли. И читали из книги и закона Божьего внятно, и присоединяли толкование, и народ понимал прочитанное». Это очень важно, знаете, у человека есть сердце. И сердце Божьей общины – это Тора. Это Слово Божье. Сердце Божьей общины – это Слово, которое дал нам Господь. И Тора была дана, она была дана на Синае, как принято, и она была дана при звуке шофара. Первый раз шофар прозвучал именно тогда, когда Бог давал 10 заповедей Моисею. И мы хотим, чтобы наша община, чтобы наш вот этот новый зал, это было не просто Бейт-Кнессет, дом собрания. Мы хотим, чтобы это был дом Бейт-Фила, дом молитвы для всех народов. И чтобы сердце, Тора Божья, она была в этом доме. И поэтому под звук шофара мы хотим внести в этот дом Тору и присоединиться в радости Торы. И когда евреи танцуют, они немножко отрываются от земли и приближаются к небу. Танцуйте вместе с нами, танцуйте перед Господом, славьте Господа, ибо Он благ, ибо велика милость Его. Славьте Господа, танцуйте, радуйтесь перед лицом Господа. Слово Божие из Иерусалима, из Сиона выйдет Тора. Слово Божие из Иерусалима, из Сиона выйдет Тора. Слово Божие из Иерусалима, из Сиона выйдет Тора. Слово Божие из Иерусалима. Иерусалим, кимитси он тецэ Тора, удвар Ашем, Иерусалим, кимитси он тецэ Тора, удвар Ашем, Иерусалим, кимитси он тецэ Тора, удвар Ашем, Иерусалим. Иерусалим, кимитси
Иерушалаим. Вини Цион, Деце Тора, Мурдар Ашем, Иерушалаим. Вини Цион, Деце Тора, Мурдар Ашем, Иерушалаим. И написано, что книжник Ездра стоял на деревянном возвышении, которое для него сделали. А по правую и по левую сторону стояли мужи Божии. И знаете, вообще выйти к Тору и комментировать в общине Божьей, это является честью. И мы хотим дать эту честь сегодня первый раз в этом зале нашему брату, нашему прекрасному служителю Сергею Михайловичу. Сергей Михайлович, вам честь сегодня комментировать Тору в этом зале. Баруха та Адунай Элугейну Мелегалам Ашер Бархарбайну Миколь Ямив Натан Лану Эт Торато. Баруха та Адунай Нотен Гатора. Благословен ты Господь наш, Владыка Вселенной, избравший нас среди народов и даровавший нам свою Тору. Благословен ты Господь, дающий Тору. Амен. Друзья, сегодня мы изучаем пятый раздел годичного цикла со всем еврейским миром, со всеми верующими в Бога Всевышнего, который называется «Хаей Сара» или в переводе с иврита «Жизни Сары». Это книга «Берешит» или «Бытие», глава 21, 1 стих, 25, 18 стих. И с вашего разрешения я больше буду говорить, значит, по записям, потому что я волнуюсь, друзья. И уж извините. И раз нам волею Божией на сегодня выпал раздел, который называется «Жизнь Сары», и в этом разделе есть и другие события, я все-таки буду говорить именно о жизни Сары, про матери еврейского народа. Кстати, о ней не так много говорят. Итак, «Берешит» или «Бытие», 23 глава, 1-2 стих. Жизни Сариной было 127 лет. И умерла Сара в Кирьят-Арбе, который на долине, что ныне Хеврон, в земле Ханаанской. И пришел Авраам рыдать по Саре и оплакивать ее. И все. Очень коротко. Но тогда в чем смысл того, что раздел называется «Жизнь Сары»? Ну, на мой взгляд, ответ состоит в том, что Хаей Сара – это итог жизни Сары. И глядя на итог ее жизни, можно утверждать, что даже после своего ухода в вечность она продолжала жить и одерживать жизненные победы. И первой победой было то, что Авраам упочил ее в Хевроне, направив историю семьи в то русло, которое она считала правильным. Мы можем только предполагать, почему в последние годы Сара жила в Хевроне, в земле Ханаан, Авраам в Бер-Шеве, внутри филистимского государства. Но, судя по всему, выбор мудрой Сары был не случайным, и можно вполне обоснованно утверждать, что она настаивала, чтобы семейный центр, как центр будущего народа, был на земле, обещанной Аврааму Богом. И так и получилось. Ее точка зрения была принята и Авраамом, и его потомками. Город Хеврон стал важнейшим центром еврейского мира, фактически вторым после Иерусалима. И Авраам, и Ицхак, и Иаков далее тоже жили в Хевроне. И еврейское государство тоже началось с Хеврона при Давиде. Здесь был он помазан на царство. И к жизненным победам Сары я еще добавил бы тот факт, что Авраам принял ее решение выбрать жену для Ицхака из своих родственников, еврим, имеющим познание о Боге Всевышнем. Это решение Сары тоже стало принципом жизни еврейского народа и впоследствии закреплено в законе Моисеевом. И еще один интересный жизненный итог этой прекраснейшей женщины. Я вдруг, знаете, увидел по-новому причину удивительной любви еврейских матерей к детям и еврейских детей к своим мамам. Эта любовь удивляет другие народы, по-новому я осознал, что этот огромный заряд своей любви к долгожданному сыну обетования Ицхаку именно Сара через века передала последующим поколениям еврейских мам, а ее сын Ицхак – еврейским детям.
В сегодняшней главе Торы написано, что Исхак так и любил свою еврейскую мамочку. Друзья, жизнь Сары, а сегодня мы говорим именно о ее жизни, является ярким свидетельством того, что даже отдельные люди много значат в осуществлении Божьих планов на земле. И это для нас важный урок, потому что призвание нашей общины – нести свет Иешуа Мессии еврейскому народу и другим людям. И в этом общем труде важен вклад каждого члена Божьей общины, которая есть тело Мессии. И еще важный вывод. Бог очень часто показывает, что отдельные места жизни и деятельности Его народа также очень важны для Него. В Писании мы видим это великое множество раз, а в текущих главах Торы, которые мы сейчас рассматриваем, мы видим на примере Хеврона, который стал одним из центров еврейской жизни. Я верю, что здание, которое дал нам Бог и которое мы сегодня посвящаем Ему, также важно в осуществлении Божьих планов не только для нашего города, но и гораздо больше и дальше. Находясь внутри этого проекта, я множество раз видел, что Господь по своему изволению очень, друзья, очень и очень благоволит к этому месту, не просто к зданию, к этому месту. Поэтому я уверен, что Он видит и ценит вклад тех молитв и тех пожертвований, и того труда, который был, который есть и который будет. Каждый, кто будет вкладывать в этот проект, я верю, получит огромное благословение. И да благословит нас Господь в труде на благо Господа, и да прославится во всем Иешуа, который есть наш Мессия. Амен. Прошлый год у нас был годом веры, твердых решений в Боге. И знаете, мы хотим продолжить следующий этап для нашей общины и общин, которые в содружестве с Ор ха-Машиах. Дорогие друзья, следующий год у нас год пересечения того бурлящего состояния, в котором мы находимся. Господь обращается к Иисусу Навину и говорит, через 3 дня вы пересечете Иордан. Они не переходили одни. Они переходили со всем своим семейством, со всем, что они имели. Они пришли к Иордану, и когда священники вступили в Иордан, а это задача каждого служителя в общине Ор ха-Машиах, Бетель, у нас Бет Симха, у нас есть Ахава Ишуа, для вас войти верой в то, что Бог обещал дать. Я хочу зачитать вам отрывок из Иисуса Навина, где очень интересные слова говорит и обращается к нам Господь через Иисуса Навина. «Вспомните, что заповедовал вам Моисей, раб Господень, говоря, Господь Бог наш успокоил нас и дал нам землю сию. Жены ваши, дети ваши и скот ваш пусть останутся в земле, которую дал вам Моисей, за Иорданом. А вы все, могущие сражаться, вооружитесь, идите перед братьями вашими, помогайте им». Интересно, за Иорданом, но мы переходим за Иордан. Нам необходимо, чтобы этот год был переходом за Иордан со всем нашим семейством. Это означает, что этот год – год семьи, отношений, взаимоотношений между мужем и женой, детьми, между братьями и сестрами, между общинами, праздниками, которые будут фокусированы на одну точку – семья. Божья семья в этом году для каждого из нас.